Окей, йогай, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию The Franz Kafka. Видеогейм. Ой, в прошлой серии у нас такое произошло. Ну, я наконец-то дошел уже до промежутка, в который я еще не играл. Который я не знаю, как проходить. Окей. Проснувшись ранним утром, после ночного кошмара, Грегор Замза обнаружил, что он в собственной постели превратился в уродливого насекомого. Здесь темно, то такое ярко. Это мы? А в любом другом месте это могло так привести к определенному роду неудобству и даже проблемам. Но в этом городе работа частного детектива не столько требовательна к внешнему виду. Глава 4. Превращение. А, подождите, а что у нас было третье? Первое это сельский детектив. Потом какая-то переадресация. Америка 1934. Летающая рыба, окей. Азмар Пи. Добрый день, меня зовут Фелиция. В отеле я спросила о надежном частном детективе, и мне порекомендовали вас. Пожалуйста, расскажите все с самого начала. Я ищу одного человека. Несколько лет назад он таинственно исчез в Америке. Вы обращались в полицию? Это их работа искать пропавших без вести. Из-за недостатка информации полиция считает, что, возможно, он никогда не появится в Америке. Не появлялся. У меня есть фотография и его часы, которые он оставил дома. Но они больше не ходят. Прежде чем вы продолжите свою историю, я хотел бы предложить что-нибудь выпить. Вам нравится Dear Gear? Очень хороший выбор. Dear Gear is a very good choice. Хорошо, я наберу за это дело. А, я берусь за это дело, но мне потребуется аванс на текущие расходы. Да, конечно. И, пожалуйста, держите у меня... Так, меня в курсе развития событий. А мы не пропагандируем алкогольные напитки, поэтому как-то так. Пейте только воду, чистейшую воду из-под крана. И? Игра вылетела или что? Ребята, мне кажется, игра вылетела. О, все. За что она повисла? Раунд 1. Файт. О. You win. Round 2. Fight. Lalalala, you lose. А, он чисто меня убивает тогда. Давайте, может, еще что-то? Подождите. Это не вариант. Не вариант. Нажимай на него, он сразу стреляет, да? Да. Он постоянно стреляет, значит где-то что-то другое. Шкала жизни. Fight. О, подождите, я могу... О! You win! Проклятие, я потратил весь аванс на эти игровые автоматы. Замза, у тебя проблемы. Инспектор хочет тебя видеть. Замза. Как самса. Инспектор Мартышка? В чем дело, инспектор? Замза, что ты знаешь про убийство женщины по имени Фелиция? Ее тело нашли сегодня утром в этом отеле? В смысле? Пока у нас нет зацепок по... Но
портье сказал, что вчера она интересовалась, как тебя найти. Она приходила к тебе? А мне ничего не известно. В смысле, Замза, ты испытываешь мое терпение. Имей в виду, у меня пока недостаточно оснований тебя задерживать. Но я буду пристально за тобой наблюдать. А сейчас проваливай. В смысле? Позже вечером. Он что, ее типа убил? А нет. Похоже, я вляпался в скверную историю. Придется разобраться с этим делом, пока полиция не обвинила во всем меня. К счастью, эти ленивые ящики ищейки не видят дальше своего носа, поэтому здесь должно остаться какие-нибудь улики. Скорее всего, мартышка. О, Пи. Пи это... Три четырнадцатых. Так, это 4. 3. 1. 3, 4, 5. Блин. Как-то вот так. Это лишний. 2. Раз, два. Раз, два, три. Один. Раз, два, три, четыре. Все. Да, все-таки, видите, математика хотя бы где-то пригодилась мне. В играх в основном. Так, ресторан какой-то. Стоит посетить этот ресторан в китайском квартале. А вы говорите, учеба нигде не поможет. Ложь. О-о-о-о. Этот город словно грязное казино, в котором всегда проигрываешь. Я должен избавиться от преграды, потому что ресторан ведет только одна дорога ведет. Гоу. 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 А, то есть я понял. Я должен, короче, наступать на платформу. Бэк. Я в заднице. Чёрт. Всё заново? А нет. В такой большой заднице, как я ожидал. Так это что же все нажимается? Просто интересно. Так, ладно. Красное, все. Готово. А, все прогрузилось. Какой-то синего цвета мужик. Так, я вижу Б. А чем могу быть полезен, сэр? Приберегите любезности для других. А мне нужна информация. Чья подскажет, что вы знаете, о чем я говорю. Для начала позвольте предложить вам наши фирменные блюда, сэр. И... А, медведь, лиса. А, кабан. Цератон. А ну-ка, если лиса. Потом цератон. Цветок. Ага, значит, там еще что-то было. Цератактиль.
Ой, птеродактиль это летающий. Бабочка, давай. Рыба. Ключ. Мысли нет. Бабочка. Рыба. Сложно, 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 сложно. Ладно, если я возьму лодку. Да, все-таки правильно была так та комбинация, но что мне потом делать? Я типа ключ взять не могу. Точек был. Что это еще за рекламная брошюра? Вам определенно стоит посетить данную выставку, сэр. И в первую очередь обратите внимание на главный экспонат. Не знаю, что за игры вы затеяли, но если все это окажется обманом, то я вернусь. И вам это не понравится. Listen on Equidextant. Какие-то странные разговоры на самом деле. Так, американские музеи античности. Давайте зайдем посмотрим. Опи. Так, у меня нет времени ждать открытия музея, чтобы взглянуть на экспонат, который они тут выставили. Но я переставлять не могу. А, могу. Open, открыто. Но это было довольно разумно, что здесь нужно было сделать. Это те двери. Посмотрим, что за секрет скрывается за этими вратами. Кто скрывает секрет? Какие секреты скрывают эти врата? Let's go fast. Let's go fast. Как же здесь темно? Проходите, я уже давно жду вас. Женщина по имени Фелиция наняла меня, чтобы найти вас. Вчера ее нашли мертвой в номере отеля. Поэтому у меня только один вопрос. Какого черта здесь происходит? Фелиция никто не убивал. Не думаю, что это возможно, ведь она никогда не существовала. Тогда откуда у меня ваши часы? Позвольте взгляну. Ага. 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 А? Нас определенные часы перемещают. Почему это серое? А-а-а, ясненько. Окей. 2, 3. Мне 3 нужно, 4. А, все. Все, часы пошли. Теперь все в порядке. Пора заканчивать этот кошмар. Но это реальность или только фантазия? Откройте глаза. Доктор, что это было? Гипноз. А теперь все будет хорошо, кошмары вас больше не побеспокоят. Спасибо, доктор. Вы не представляете, как я вам благодарна. До свидания. С
В смысле? Мы что, вернулись типа в начало? Конец. Денис Гэвинс. Специальное спасибо Фрэнк Кафка. Публистика. А, походу реально это был как конец. Я немного не понял. Я не понял именно финал. То есть мы куда-то пропали, потом мы продолжили гипноз. И этот гипноз относится... Ой, кошачок. Кассандра. Бедненькая кошечка. Что, тут еще что-то есть? Ладно, пойдем в середину. Ай. И на ту звезду нажимаю. Почему я хочу на ту звезду нажать? Это девятка. Ладно. Во-во-во-во, один. Это, походу, тройка, да, у нас? А не, нолик. Или нихера. Ёлки-палки. Ладненько, процедура проходит успешно. А, 7 августа 1915 года астроном Григорий Неймин открыл астероид. Астероид номер 916, вызванный Америка, а названный Америка. Это типа интересный факт? Мини-интересный факт, да? Всё? Да, это у нас получается... Всё, да. Как-то вот так у нас, сказать, коротенькая мини-игруля, квестовая. Довольно интересная. Специальный саундтрек, да, такой более приятного жанра. Женщина какую-то песенку поет, я не знаю. Только я не знаю, какой это язык, либо это французский. Головоломки, ладно, да, блин, в основном там некоторые, сколько, 5 или 6 на английском, с английским связанным. Но заметьте, что где-то хотя бы понадобилась нам математика. Ну, я имею в виду, где вот это пи, значение пи. И такой сюжет, ну он как-то закрученный был в конце. Ну, если ставить так оценочку. 9,5 из 10. Почему? Потому что игрулька короткая. Хотя игра была сделана для кошечки. Посвящалась кошаку, да, там типа. Вот 9 лет прожил. Ладно, 10, ладно. 10, все. Поставил 10, хватит. Давайте тогда заканчивать на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, для следующих прохождений. Всем пока.